Всем привет! С вами Даниил Хизметов, и это футбольный батл на Кайрат ТВ. Let's go! В батле футболисты Кайрата будут состязаться с различными интернет-звездами и популярными личностями. Каждому участнику дается ровно 5 попыток на каждое задание, а их у нас всего 2, как 2 тайма. Ну что, переходим к первому заданию. Главная задача, чтобы мяч остался в кругу. Поехали. Ну что, у меня не получилось. Надеюсь, у наших участников получится. Начинает Андрей Аршавин. Да не, ну с первого раза. Я тебе говорю, это самое сложное. Почти, везде почти. Как думаешь, насколько сложно это все? На процентов 25. Процентов 25? Опа! Раз! Аплодирую, один есть. Это будет последний. Почти. Ой-ой-ой! Хорош! Это 2-0. Ну, сейчас, давай, действовали. Артурчик, соберись! Сильно тоже. Бро, чуть слабее, чуть слабее. Вот это есть, но не до качества. Есть, один. Максимум, что можешь вырвать, это ничья. Ай! Давай, последний, на ничью. Артурчик, 2-1. Я проиграл 2-1. Все. Ну что, пока счет 2-1. Впереди Андрей Аршавин. Переходим ко второму заданию. Самое простое, самое футбольное. Попасть в перекладину. Итак, первый удар. Воу. Первый пробный, на проверочку. Один. Короче, если тут два попадают, то это победа. Твои удары мощнее, как ты думаешь? Мне бы раз тоже попасть. Не, ну если два, то это победа. Один и один. 4-1. Хорош. Хорош, почти. Артур, давай, чтобы не было как в FIFA. Мяч прошел в считанных километрах. От ворот. Последний шанс, ребят. Хоть сильнее есть соперник? Нет. Почти. Давай, Артурчик, соберись. Хорош. А ну что, друзья, с общим счетом 4-1 побеждает Андрей Аршавин. Ну а вы пишите в комментариях тех, с кем бы вы хотели видеть батл. Вот вам список игроков Кайрата. А звезд уже пишите сами в комментариях. До встречи. Пока.